Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Формат 24. Меня зовут Дима Ширяев. Спасибо всем большое, что подписываетесь, спасибо, что комментируете. Максимально стараюсь отвечать на все вопросы, активно работаю со своими подписчиками. Друзья, респект вам и уважуха. Наконец-то вы включаетесь в работу. И вот один из моих подписчиков Jesus Christ, it's Jason Bourne. Предложил, значит, сделать такую штуку. Графитово-венецианскую штукатурку. При этом мы будем применять материалы. Это полупрозрачная венецианская штукатурка Венециана торговой марки Feidal и эффект жидкого алюминия тоже от той же торговой марки. Ну, на мольберт. Только не звени яйцами. Итак, друзья, что нам посоветовал Ромка? Ромка посоветовал сделать так. Взять Венециана, развести ее пигментом в черный цвет, затонировать и добавить туда 20% алюминия. Ну, после того, как тщательно все перемешали, начинаем наносить нашу венецианскую штукатурку. Вот так. Ну и просушиваем его и работаем дальше, смотрим дальше, что будет. Первый слой я высушил. Давайте второй. Как вы наверняка знаете, расход у декоративной штукатурки Венециана торговой марки Feidal очень минимальный. Поэтому был такой вопрос, что это, наверное, очень дорого. Нет, ребят, это не дорого совсем. Гарантию вам дают. Есть и подороже. Так, ну давайте просушим этот и, наверное, третий будет у нас. Ну что, подсох наш второй слой. Ну, давайте уже, наверное, заканчивать со слоями. Как вы видите, эффект Венециана у нас имеет место быть. То есть это тот самый ореол, который я рассказывал в предыдущем видео по Венециану, это тот самый ореол, который создает после себя каждый мазок уже на финише. Как бы создавая эффект дополнительных прожилок, как бы глубины. Так, еще Роман рекомендовал не прошкуривать ее наждачкой, а по-сухому, если я не ошибаюсь, отдавить. В принципе, логика есть. Вот, поэтому сейчас пускай оно тоже высохнет, и я попробую ее отдавить от шпателем, чтобы алюминий прошел через щетку. Ну что, наша венецианочка высохла. Ну, я бы не сказал, что она транцитовая, она больше графитовая, конечно, получилась. Но теперь попробуем ее отдавить для того, чтобы проявить металлизацию.
То есть что получилось? Получилось так, что вот эти все прожилки, они имеют такой слегка алюминиевый металлический блеск. Даже больше такой, как перламутровый. А сама Венециана еще дала глубину. Вот, ну и финальный аккорд. Супер воск. Итак, друзья, вот такая сегодня у нас работа. Видите, у меня две головы. Вот, вот такая вот работа. Это у нас, значит, Венециана плюс 20% алюминия, затонированная в черный цвет. Ну, антрацит не антрацит, но графит 100%. Очень интересная благородная фактура, прям такая лакшери. Спасибо, кто посмотрел, комментируйте, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал. Всех буду рад видеть, со всем буду рад общаться. С вами был Дима Ширяев, это Craft Studio 24 формат. Всем пока. Рома, тебе респект.